Сильный приступ голода на интервальном голодании. Когда начнете голодать, почувствуете голод. Самый простой, легкий, здоровый способ ослабить чувство голода – выпить адекватное количество воды. Также можно пить кофе и чай. Кофеин подавляет чувство голода. Кофе и кофеиносодержащий чай, например, зеленый чай, черный чай и чай пуэр, создают ощущение сытости. Займитесь каким-то делом, работой, хобби или отправьтесь на прогулку. Это также поможет отвлечься от голода. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!